Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю великолепный салат, изумрудный. Получается необыкновенно вкусный, сочный, аппетитный и просто шикарно смотрится на праздничном столе. Отварную куриную грудку нарезаем мелким кубиком. 3 отварных яйца также нарезаем мелким кубиком. 70 грамм сыра трем на крупной терке. Выкладываем в миску курицу, яйца, сыр, полбанки консервированной кукурузы. Немного солим, добавляем майонез. И все хорошо перемешиваем. Выкладываем форму на тарелку. И аккуратно выкладываем наш салат. Ровненько распределяем по всей поверхности. И украшаем половинками винограда. Таким образом получается очень красивое оформление. Аккуратно убираем форму и отправляем салат на 30 минут в холодильник. Наш салатик готов, можно подавать к праздничному столу. Смотрится очень аппетитно и просто великолепно. А готовится совсем легко и быстро. Рекомендую вам попробовать приготовить этот салат. Кому понравился рецепт, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем желаю приятного аппетита и замечательного дня. Удачи! Пока-пока!